составила алгоритм поездки. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике Scania 143 Custom Tandem. Кузов и прицеп – тентовые фургоны. Сегодня мы работаем на транспортную компанию TM Logistic. Наш груз – пустые палеты. Загружаемся в городе Саратов и доставим наш груз в город Вязьма, Смоленская область. Длина рейса – 1183 километра. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Вы приехали. Маршрут построен. Держитесь правее. Круговое движение. Третий съезд. Съезд.
нас клапана так стучат с намеком на техобслуживание. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Второй съезд. Съезд. Прямо. Прямо. Прямо.
Прямо. Место красивое, а остановиться негде. Поверните направо. Поверните направо.
300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Держитесь левее.
Держитесь правее, а затем съезд. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Маршрут перестроен. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево.
Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Развернитесь. Нашла новый путь. Мне не сложно. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее, а затем съезд. Съезд. Поверните направо.
Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево.
300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. На этом все. Отключаюсь. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.